Привет! Как вы уже поняли, у нас для вас не самая хорошая новость. Самые внимательные из вас заметили, что в последних видео не было Стёпы. А все потому, что он умер. Это случилось еще перед Новым годом, но мы не хотели говорить об этом в преддверии праздников. Да и вообще не очень-то хотелось об этом делать видео, но многие согласятся, что о таких вещах надо сообщать. Скажу сразу, что это случилось не от какой-то болезни или по чьей-то вине. Он умер от старости. Потому что у хомячков достаточно короткая жизнь длительностью в 2-3 года. А появился Стёпа у нас еще в 2016 году. Более 2 лет он прожил с нами и почти всегда появлялся в видео. Мы еще часто смеялись, что всего за 2 зернышка в день у нас содержится такой прекрасный и веселый питомец. Куки тоже будет скучать, они часто вместе играли и в целом неплохо ладили. Это кадры из самого последнего видео со Стёпой. Для кого-то может звучать глупо, но мы не смогли просто выбросить его тело, ведь он был для нас больше, чем маленькая мышка в клетке. Поэтому мы похоронили его в лесу. Конечно, нам будет не хватать его, но грустить не стоит, он прожил хорошую жизнь в сытости и в тепле, его никто не мучил и не тревожил без надобности. В жизни часто бывают грустные моменты, и надо быть готовым ко всему. Но жизнь тем и интересна, что за темной полосой обязательно наступает светлая.